Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Бушующая справедливость». Последняя серия у меня была 2 года назад, когда мы с вами завалили сутенера в фиолетовых шмотках. Ну, и я решил продолжить. Так, вспоминаем, что почем. Так. Бродяги. Блин, собаки, точно, я же про них забыл. Ох, сейчас меня тут накумарят, зашибись. Псина хватает меня за ноги, я ничего не могу делать, понимаешь? На, барышня, иди отсюда, хламон. Так, получили свое, да? На, довольно неплохо, ребята, довольно неплохо. И сейчас вот этих девчонок надо остерегаться, они потому что могут тебя электрошокером бомбануть. Нам это нужно? Конечно же нет. Ну и как ты видишь, здоровица у меня, конечно, маловато. Хотя курочка мне в помощь. Так, тихо, байкеры. Точняк. Фух. Пойдем дальше. Так, тихонько, блин. Они, по-моему, сейчас так и будут, пока мы их здесь не собьем. Так, минус один. Какой нафиг минус один? Он еще встанет. Свои же бомбанули. Твою ж налево. В прыжке не получается, да, их сбить? А ну-ка. Да ё-моё, я даже ничего не успел сделать. Но замечательно, шикарно, брутально, как было написано. Ну что, все? Охламон, да? Последний остается? Так, и нам нужно его посраки кулачком. Так, дай-ка я бабки подниму. Ну что же, двигаемся дальше. Ой, елка, сколько вас тут. Блин, вы достали меня, хипари. Так, этот у нас арестуем. Блин, я хотел арестовать, а взял, ударил вместо этого. Так, опять псина. Будь она неладна. Так, собака, а, привязалась. Ну что, монетки взяли? Да, вот эти вот чуваки, помните, ребята, они были боссом в первых локах. А теперь они уже обычные мобы. Ну давай, накумарим, попробуем, по крайней мере. Брутально. На тебе, у него такая рожа противная, на самом деле. У этого чудика. Опс, я совсем забыл, что он так умеет делать. Я надеюсь, у нас хватит здоровья. Да, то-то и оно. Минус один, ну иди сюда, глоед. Минус два. Правда, кувалочка у нас сломалась. Ну, зато есть топорик в руках. А это уже хорошо. Ну что, глоеды, идите сюда. Так, этот чувак у нас бросает динамит, насколько я помню. Так, еще не хватало байкеров здесь. Давай ты, ё-моё, лежит там. Соплик греет на земле. Так, минус. Просто смотри, что делает, а? Ты смотри, что делает. У нас здоровья мало, друзья мои. Сейчас могу отдуплиться в любую секунду. Так, сколько у меня, интересно, Сейчас все-таки взорвусь, да? Твою ж налево. Грустно. Хотелось, конечно, побольше оставить себе здоровья. Ну. Блин, я не понимаю вот этой вот политики партии, вот этой вот боевки. Очень она какая-то сложная. Они, кстати, сами себя могут здесь бить. Вот это мне нравится. Так, ну что, давайте разбираться потихонечку с ними. Да ну, отвень ты, ё-моё. Лезет он ко мне здесь, говноед. Отлично. Так, давай. Вот, это по-нашему. Давайте, еще с двух сторон меня сейчас накумарьте здесь. Будет вообще великолепно. Что ты там свои ножки высовываешь? Так, вот эти девчонки с шокером, надо быть аккуратнее. Они могут бомбануть, и будет нам больно. И самое главное, не давать, чтобы они сзади тебе встали. Со спины, так скажем. Этот опять со своей взрывчаткой тут начинает, а? Буянить. Эпично! Ну, так, этот готов. Замечательно. Так, он еще встанет. Он еще встанет. Он еще может, ребят, ну, нам тут неприятности сделать со своим динамитом. Начинается опять за свое. Во-во-во-во, прыгайте там. Отлично. Своих же подрывает. Шикарно. Блин, я не могу понять, почему трактор моргает? Что с ним не так? Все, шикарненько. Заваливаем. Блин, я хотел арестовать. Отвлекся маленечко. Блин. Когда арестовываешь преступника, тебе за это дают еду. Получи, гадюныш.
по шее натолкал ему. Будет знать. Вот так вот. И это будет с каждым, кто поднимет на меня руку. Так, тебя тут не хватало только. Сейчас будет у нас фейерверк самый настоящий, потому что здесь вышли два динамитчика. Ну, одного мы завалили. Эй-эй-эй-эй, тихо-тихо. Ты что творишь, чудила? Так, барышня, иди сюда. Минус. Мадам Свенки. Гамблер. Они думают, что им здесь все позволено. Нет, пока на улицах буду я, никто здесь ничего не сделает. Эпично. Давай-давай, бросай как раз этому под сраку. Дурила деревянная. Так, куда ты там прыжки свои делаешь? Так, тихо-тихо-тихо, взрывчатка. Блин, почему они такие живучие, а? Так, ушатали. Ну, аглоедушка, иди сюда. Нет, не надо так, блин. Не на бочках взорвался, так на другом, да? Они меня сейчас тут просто, наверное, ушатают. Все, нет? Что трактор делает, а? Твою ж налево, на него, оказывается, можно было сесть. Здравствуйте, припыли, еще вот этого мне не хватало. Все, друзья мои, минус хп. 8 кредитов, мы потратили с тобой 1 кредит, у нас остается 7. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, кстати, левел-ап лежит. Я успею его подобрать? Успел же, да? По-моему, успел. Так. Блин, байкеры достали, вот серьезно тебе говорю. Готов. Хотел в прыжке, ага. Что-то у нас, по-моему, сейчас будет взрыв. Да. Но эти выжили, гонщики-то. Минус один, точнее не минус один, а я его скинул. Вот теперь я его добил. Так, надо как-то с этим разобраться, с щенком. На-ка. И добиваем. Шикарненько. Да ладно. Так, ну это хотя бы сам спрыгнул. Хорош. Паши ящин надавал. Так, отвали. Топорик. Так, а как там... Я забыл, ребят, как бросать топорик. Ну, вообще, не только топорик, а... Ага, вот так вот. Его же можно сбить, если метнуть нож, топор, кирку. Тихо ты, куда ты... Блин, опять не на ту кнопку нажал. Так, давай пробуем. Е-е-е! Ну, вставай, аглоедушка, что там развалился-то? Хе, добили. Ну что, погнали дальше? Твою ж налево лезет, лезет. Опять этот подрывник пришел, а? Ух ты! На тачке, да? Прибыли, аглоеды. Офигеть! Видел прикол? Чувак бросает динамит, а тот его ногой откидывает в этого подрывника. Что за дела, я не понял. Ты не припухли, а, борзота? Вот, молодец, своего же бомби. Вот так вот всегда делай. Так, надо арестовать чудика. Хотел, во, все, получилось. Так, дали мне бананы. Немножко восстановились и хп, совсем капельку. Так, у нас, смотрю, тут гости. А не пора ли с тобой, девочка, разобраться, говорит вот это вот чудило. Так, ну что? Пора ему преподать урок, что он делает? Ага. Буянит, вот что он делает. Его звать Эдди. Ты чё руки на меня поднял, свой корявый, эй? Чё такое? Что еще тут? А, понял. Нафига ты так делаешь, а? Да блин, ты барышня, ты будешь подпрыгивать или нет сегодня? Идет, как штаны наложила. Так, не хватало еще тут вспомогаловки. Зашибись, еще эта фигня. Вот это люто. Вот это я тебе скажу люто. Так, ну-ка, я могу вообще что-то сделать боссу? Или он так и будет там просто стоять? Не надо тут бросать свои мусорные баки. Блин, эта фигня очень быстро двигается. По своему же. Ну, вставай, аглоед, на тебе.
Ага, понял я. Короче, выходит определенная волна чуваков, да? Пока мы их не распинаем, босяра не будет ничего делать. На, блин, хотел бачок в него бросить. Ну что ты там выпендриваешься-то, я не понял. Опять прыжки? Угу, не тут-то было, родной. Так, я не могу понять, мне нужно обязательно прыгать или я могу от этой волны... Я нифига не могу, я не могу вообще ничего сделать, ты прикинь. Зашибись. Почти полное здоровье. Да, минус еще одна жизнь. Обалдеть, я вообще ничего не мог сделать. Он прыгал и все. На тебе, упырь. Блин, томагавк свой сломал. Хотя вот еще тут лежит. Но это фигня меня пугает, которая там сверху. Так, ну что, блин, все равно попадаем. Нет, ребят, не катит такое дело. Будем через... Да. Надо отпрыгивать вовремя. Да он тогда станет, ё-моё, блин. У меня уже, блин, последнее здоровье осталось. Этот еще и топорик взял, а? Мой. Ну-ка, дай-ка. Вставай, аглоед, получи. Так, босяра идет. Неплохо, я тебе скажу. Давай еще разок, наверное. Оу. Так, надо его добить. Начинает прыжки свои будет делать здесь. Ну-ка. Ага. Работает, друзья мои, работает эта тактика. Черт подери. Стоит только упасть и... Фу, мне повезло. Ну ты сам видишь, сколько у меня здоровья здесь осталось. Тут еще тем более тофе. Не надо свои эти параши бросать. Ну давай, по одному, ребят, только по одному. Не надо кучковаться. Этому Эдди осталось, наверное, пару ударов, и ему будет крышка. Так, опять он начинает прыжки свои дурацкие. Конечно же, нам нужно вот так вот прыгать, чтобы не попасть под волну, которую он создает. Тихо-тихо-тихо-тихо, родной, не надо буянить. Сейчас... Ах, мамочки мои. Хотел увернуться и не успел, к сожалению. Так, последняя моя житуха, потом уже будут тратиться контини. Сам понимаешь, да? То есть на одном боссе я потрачу контишку, и это нечестно. Это, друзья мои, нечестно. Ну что ты там валяешься, давай вставай. Вот непредсказуемые, они просто непредсказуемые, понимаешь? Дай-ка я сделаю теперь таким вот образом. Хотел бросить, блин, не на ту кнопку. Как всегда путаешься в этих кнопках. Ну что, босс, давай танцевать. Тебе осталось там на удар. Нет, вру, ребят, не на удар. Еще нормально у него здоровье. Опа, вот это вот не надо делать. Прыгаем, друзья, прыгаем. Дабы не упасть. Если мы упадем, он нас просто размажет своими прыжками. Блин, не один, так другой. От этого уйдешь, так другой тебе бутылкой бросит. Или еще что-нибудь. Плюс этот кран дурацкий. Ни здоровья, ничего нам не подкрепить. Да, яка... О, наконец-то, друзья мои, получилось. Фу, я выиграл. Замечательно, просто-напросто. Челлендж комплит, этот челлендж файлот. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Кто там у нас будет? Мне самому интересно. О, где-то на побережье. А, группа байкеров. Так. Билетер типа, да? Ой-ой-ой-ой-ой, жирный, жирный тут какой-то. Действительно, такой жиробас. Так, он бегает. Правда, на короткие дистанции, но все равно. Дай-ка я вот так вот попробую. Че, ему по барабану, что ли? Толстяк, а ну-ка успокойся. Не понимает нифига. Брутально. Пес, вот это плохо. Я его подбил? По-моему, да. Ну, я слышу, что где-то псина лай. А, вон еще. Зацепило. Так, ну-ка, угощайтесь. Ну, кто там из вас? Давай, вставай. И отдыхай. Дай-ка я еще разочек сейчас. Да. Что? Ты что делаешь? Барышня. Так, что у нас тут? Фуд, еда и питье. То есть это типа прибрежного такого рынка, да? Все, как ты понимаешь, здесь закрыто, потому что вот эти вот уроды здесь
орудуют. Ну-ка, давай-ка. На! Двоих одним ударом, это шикарно, на самом деле. Ой, псина, подбили. Такие древние. Так, телефонная будка, которую я могу сломать. Ну хорош, жаробасы. Ну, не так отгребешь, да? Я офигею просто с этого дурдома. Ну? Отлично. Нашинковал я этому олуху. Так, иди сюда. Почему? Почему ты бьешь по земле, когда он уже встал? Я не понимаю, ты дура или че, а? Вот объясни мне, пожалуйста, блин. Давай, иди сюда, каратека. У меня, ребята, уже подгорает. Во, хоть здоровье немножко восстановили. Так, давай арестуем. Так, еды дашь мне, парень? Ох, целую курицу дал, зашибись. Ребят, мы восстановили почти все здоровье себе. Это не может не радовать. Так, ну что, остается... Эй, дурила, получил по башке. Только тебя тут не хватало. Ну. Так, отходим. С ним нужно аккуратненько. Нет! Пропечатал все-таки. Посмотри на его рожу. Ты видел его шею? Выглядит просто уродливо. Так, не-не-не-не, ребят, вам надо отдыхать. Какие вам еще конусы? Собачки тут у нас жирные, успокойся. Блин, я в тупик себя загнал. Слушай, фул хп, это очень хорошо. Чувак, нож мой подобрал. Так, выбери. Вот, вот так вот и бей своих, пожалуйста. Жарабас, хорошо? Так, давай-ка мы вот таким вот макаром сделаем все. Зашибись. Разводным ключом по морде. Это больно. Это очень больно. Дай-ка я вот так вот сделаю. Двоих, отлично. Ты что, жирный? Потанцуем, что ли? Я не понял. Ну-ка еще конусом. Готов. Хламонище. Так, тихо, не надо бросать тут свой хлам. Опять конус взял. Опять псина. Все, псину мы убили. Это хорошо, что быстро. Нифига, у меня сабелька. Опа. Прикольно. Слушай, она и мощная, бомбит на удар. Так, взрывчатка. Не успел. Он, оказывается, когда в руках несет там меч, нож, не может делать перекат. Вот что я заметил. А ну-ка дай-ка мне биту взять. Да-да-да, вот хорошо вы делаете, что уничтожаете сами себя. Так, разводной ключ. Слушай, ну хорошо идем. Я на этой единичке здоровья очень неплохо играю. Ну давай, иди сюда. Так, последняя, надеюсь, да, барышня? Как это назвать? Вирус? Ирис вирус. Так что такое, байкеры? Ну, сбил одного, это ладно. Ё-моё, хорош! Эй-эй-эй-эй-эй! Зашибись, мне даже встать не дают. Просто прокатились все по мне, и нормально. Еще и обратно, что ли? Кто-то там взорвался, по-моему, да? Так, ну что, надо сбивать их, другого варианта я не вижу. Шикарненько, сбил. Так, брутальненько. Один отдыхает. А, оба отдыхают. Ну, слава богу, здоровье я все-таки сохранил. Не здоровье, а жизнь. Так, здесь что-нибудь будет? Перекусик небольшой. Так, собачка опять. Ее валим сразу же. Нет, блин, все-таки ах, ты говнюха, а. Блин, только нормально было со здоровьем все. И на тебе. Все коту на смарку. Не надо тут своими шокерами бомбить. Давай, 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 давай. Ох, сейчас я вас тут розочкой-то этой почикаю. Приходится постоянно оббегать. Понимаешь, да? Так, гамбургер вижу, гамбургер. Шикарно. Слушай, ну может быть еще повоюем маленечко, да, с тобой? У нас все-таки половина здоровья, так. Ну этот у нас олух. В принципе, что, он только бегает?
на короткие дистанции. На большего его не хватает. Готов, нет? Готов. И еще перекусик. Так, давай-ка мы этого сейчас, наверное. Вот так вот. Слушай, ну неплохо отнимает здоровье. Вот эти вот баки. Всякое оружие, которое у нас есть. Но что такое? Что за дурацкая музыка, ё-моё. Как будто я на каком-то аттракционе нахожусь. Эх, задела собака. Еще и ладошки хлопает там. Так, возьмем кувалдочку. Бросим, может быть. Так, отлично, а ты? Блин, один удар и она ломается. Что за фигня? Что за кувалды такие? Так, жирного завалил. Надо теперь вот тут. Да-да-да-да-да, вот именно таким макаром. Солидно. Песик, иди-ка ты. Нафиг, да я даже попасть не могу. Классно. Доберман. Нет, это не доберман, это, ребята, по-моему, ротвейлер, да, был? Жирный, хорош. Блин, они что тут, бесконечные, что ли, эти? Так, опять собака. Тихо, не надо, чуть было не укусила. Да ну, блин, ее надо уничтожить как можно быстрее. Ведь побежит сейчас за мной. Так, этот тоже готов. Слушай, они что-то бесконечно идут-то. Может, хватит уже, а? Хламоны. Жирный меня просто смешит. Разбегается, обо что-нибудь врезается и, соответственно, наносит сам себе урон. О, тебя тут еще и не хватало мне. Короче, ребят, зажали меня со всех сторон. Динамит тут под ноги бросает. Так, минус девчуля. Так, сзади, с ключом разводным. Зашибись. Блин, вот этот чувак меня бесит. Взорвитесь там. На. Так, ключ мы разводной выбили. Мне бы как-нибудь его подобрать. Было бы неплохо, согласись. Было бы очень неплохо. Но они тут кучкуются. Не дают мне пробиться именно туда. А что с ним случилось? Кто его подбил? Вот, на взрывчатке, взорвитесь. О, прикольненько. Пёся, опять пёся. Как все не вовремя, а? Я пса уничтожил. Так, дай-ка я подберу все-таки этот ключ. Так. Да ё-моё, они бесконечные, что ли, здесь? Сколько, блин, да у него здоровье дофигища еще. О, меня зажали там. Все, хана, да? Ребята, буквально один удар по мне и все. Будет финиш. Ну хотя бы этого вырубил, да? Нет, не вырубил, он еще живет. Как же тут все это сделано, а? Бесячи. Мне только остается перекатами этими действовать. Ага. Так, ну девчулю завалили. Они бесконечные, по ходу дела. Ты посмотри, сколько их тут. Я уничтожаю, а они все прибывают, прибывают. Толстяк, помогай давай мне. Вот, совсем другое дело. А мне приходится вот так вот бегать, друзья мои. Если я сейчас получу урон элементарный, хоть какой-нибудь, то все, здоровье. Точнее, минус жизнь. Поэтому я вот так вот аккуратненько. Ё-моё. Я уже думал, сейчас жирный меня собьет. Но... Так, отлично. Отлично. Так, мы хоть одного-то завалили? Нет, они все еще до сих пор живые. Ух, сейчас думал, влепит он мне. Нам везет, мы с вами на буквально острие ножа ходим. Так, взорвись. Нормуль. Господи, я уже сам устал от них бегать. Если честно. Конечно, тратим контини. О чем тут может быть речь? Так. Слушай, вот этот вот супер удар ногой, да, который мы с собой делаем, вот отнимает у нас жизнь, здоровье. Так что им лучше особо сильно не пользоваться. Ну,
Можно использовать его в конце, когда у тебя очень-очень мало здоровья, да? Его можно будет как будто применять. Ой, псина пришла. Иди отсюда. Я офигею, какая тут у нас заваруха. Меня еще и шокером прописали. Еще и взрывчатку сюда бросили. Трэш просто какой-то. Еще и бутылку в затылок бросили. Ну что, убил я его там, нет? Нет, он все еще живой. Да сколько же у тебя здоровья-то, а? Сколько, вот ты скажи мне, у тебя здоровья. Так, девка. Я хотел на самом деле ее подбить. Да, прикинь, опять сейчас, по-моему, у нас с тобой минус ХП будет. Минус одна жизнь. Дай арестовать. Дай подкреп какой-нибудь мне. Какой-то сэндвич дали. Ну, хоть что-то, чем ничего. Так, этот готов. Да вы, блин, вы достали. Да серьезно, сколько вас... Я смотри, я дерусь, бью. Они не кончаются просто. Они бесконечные какие-то. Так, ну что, давай. У нас с тобой здоровья, как ты видишь, практически нету. Я могу использовать вот этот вот суперудар. Если меня удар... Да, меня уже ударили. Меня уже наказали за это все. Отлично. Так, давай-ка мы тебя выкинем отсюда. Так, с этим надо разобраться. JX. Ну как же дадут тебе тут разобраться с ними. Так, ну. Блин, что бьешь, то не бьешь. Никакой разницы нету. Как было у него куча здоровья, так оно и осталось. Готов, партизан. Так, давай посмотрим, что у нас тут пожирным. О, неплохо. Одного можно ушатать. Минус один, и остается вот этот вот в зеленой. Наконец-то! Это типа вместо босса, что ли, был, да, я так понимаю? Уровень. То есть, как бы босса не было, но зато на тебя нападали противники. Причем в огромном просто количестве. Так, ну и что, куда мы с тобой отправляемся далее? Что такое? Ё-моё, это же Эдди. Чё ему надо? Чё ты припёрся сюда? Нифига? Зашибись, он меня схватил. Потащил куда-то? В уголок, в тайный. Это что такое у нас? Биг Топ. Это что такое? Это цирк, что ли? Блин, хорош. Вы сейчас будете, что ли, обычных вот этих, точнее, боссов бывших делать в обычных бойцов, в обычных мобов? Серьезно, что ли? Офигеть вы, молодцы, красавцы. Давай еще будем делать прыжки здесь свои. Это в тот момент, когда тут такая шабла. Блин, бегаешь. И сам понимаешь, да? Но тут очень тяжело куда-то уйти. Место, так сказать, ограниченное. И... Ага. И они живучие, гаденыши. Можно, конечно, подобрать кувалду. Как вариант. Да? И кувалдой уже их бомбить. Окей. Замечательно. Так, ну-ка. А этого арестуем. Дай подкреп. Так, сэндвич опять, да? Опять мне дали сэндвич. Так, готов? Готов. Как-то странно восполняет здоровье вот эти вот сэндвичи, гамбургеры и так далее, да? Где-то много дают, где-то мало. Да ну, хорош. Что это такое падает? Бочки или какие-то фонари, непонятно. Так, два жиробаса. Вот их только мне тут не хватало. Зашибись. Толстый, вали. Куда ты, блин? А, мне бы вот эту вот саблю взять, меч. Не долетело, да? Че, по-моему, меня сейчас распишут здесь. Я так понимаю, ну-ка. Брутал. А, мы одного убили. Мы одного с тобой завалили. Второго тоже. И это хорошо. Я бы даже сказал, это очень радостно.
Один... О, арестовать надо. Дай мне что-нибудь перекусить. Отлично, живем. Мы еще, ребятушки, с вами живем. Так, с разводным ключом там чувак вышел. Своего же томагавком. Шикарно, молодец, мне нравится. Вот так бы почаще бы делать. Блин, арестовать бы, конечно, не помешало бы, но туда не пробиться. Так, смотри-ка, мы жирного завалили, от него выпал гамбургер. Это хорошо. Так, ну что, потанцуем, что ли, а? Сейчас, по-моему, у меня тут такие чудики, да? На тебе, паршивец. Так, подожди, что там нам выпадет? Гамбургер. Половину полосочки ХП мы восстановили. Твою же налево. Эй! Вы издеваетесь, что ли? Что за фокусы? Так, подкрепились. Да блин! Что за фигня такая происходит? Они просто выходят и бросают и уходят, да, потом? Ага, не получилось, дуримар. Динамита тут набросали целую кучу. Ну давай, подходи. Так, это у нас бегун на 100-метровке. Так, секунду, никакого оружия нету, вот что обидно. Ё-моё, что-то происходит. Так, дай монетку подберу. Во-во-во, арестовываем. Да чтоб тебе, не успел. Чё за фигня, эй! Твою ж дивизию. Так, вот этого попробуем, отлично. А успею ли я дожить-то до этого сэндвича? Успел. Успел и тут же попал на электрошок. На, в табло. Так, я боюсь, что этот жирный сейчас побежит. А он побежит. Так. Не позволяем, друзья мои, чтобы они сзади встали. Я, короче, грубо говоря, сейчас сам напоролся на электрошок. О! Получи, говнюха мелкая. Лэйзи Брайзер, этого толстяка звать, который бегает тут. Блайзер. Так, арестовать получится? Получилось. Да что ж тут происходит, а? Замесы такие. Швабра отдуплилась. Так, а ну-ка, дай мне вот эту штуку. Она тебе не нужна. Иди отсюда. Да что за фигня, блин, один удар и все, и ломается. Это несправедливо. Блин, я не могу. Смех и грех. Особенно, что вытворяют эти жирные. Ну, я все-таки считаю, друзья мои, это справедливо, да? Что они сами себя могут убивать. То есть, ну как в реале. А не то, чтобы, знаешь, он пробегает мимо своего и просто не задевает его. Так, опять за свою взрывчатку. У него там в кармане что, целый мешок этой взрывчатки, динамита этого. Не надо. Так, пес, ё-моё. Успел увидеть я его. А, толстяки уже бегают в паре. А Мартина завалили. Так, нет, толстый еще живет. Толстый еще живет. Готов, минус один. Так, он подкреп должен оставить мне, да. Теперь этого попробуем. Готов. Так, тоже что-нибудь бросит? Ну, неплохо, мы восстановили себе немножко здоровья. Ух ты, а это кто такой? А это кто такой тут? Чувака, что ли, держат в клетке или что? Блин, я не могу понять. Его нужно освободить? Видишь, он просится наружу. Так, сейчас я попробую здесь разобраться и как-нибудь ему помочь. Если это вообще реально. Так, дай гамбургер. Успел вроде бы, да, взять? Вроде бы, да. Так, этого ушатали. Опять ты здесь, а, морда противная. Слушай, ну, в принципе, в прыжке тоже, как вариант, неплохо получается. Довольно колоссальный урон мы наносим, да? Ай-яй-яй-яй-яй, вот это была промашка моя. Брутально.
Хорош тут прыгать, кузнечик. Блин, в любую секунду удар, и все, ребята, мне крышка будет. Монетку дали. Дали бы лучше бы мне что-нибудь подкрепиться. Я был бы вам признателен. Эпично. Ну давай, 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 по одному. Ага. Так, одного ушатали. Остается последний у нас. Это Большой Джеймс. Брутально. Ну. Ага, таким ударом его не пробить. Видишь, он укрывается. Ну ладно. Слушай, я его так сейчас буду до потери пульса бомбить. Давай-ка мы попробуем с тобой. Ну, видишь? Я бью по клетке и как бы попадаю. Значит, я, наверное, должен его освободить. Офигеть, у него тело, да? По сравнению с головой. Жесть. Маленькая-маленькая такая голова. И такое огромнейшее просто тело. Слушай, по-моему, клетка эта не ломается. Или надо слишком долго ее бомбить. Как-то вообще никакого эффекта я не вижу. Хотя удары я наношу по ней. Ты сам видишь прекрасно, да? Видишь вот это вот? Это удары. Если бы здесь нельзя было бы по клетке бомбить, ничего бы не происходило. Никаких щелчков. Сколько мне этого еще Джеймса бомбить, а? Да. Короче, вот этот вот удар ногой, который я сейчас делаю, да? Он не столько наносит много урона, сколько предназначен для раскидывания врагов. Да, если вот, например, тебя с двух сторон зажали, встаешь, нажимаешь и раскидываешь просто врагов всех. А по урону, ты видишь, он не особо хорош. Хотя вот именно за этот удар у тебя отнимают часть хп. Ох, ё-моё, зашибись. Контини, конечно, о чем тут может быть разговор. Так, я просто ножи бросает. Ну где он там? Эту бутылку бросает. Так, нож. То есть они будут так без конца, что ли, пока я их не поубиваю здесь, что ли? Причем оружие, которое они бросили, оно сразу же ломается. А, надо было пережить, оказывается, это все дело. Ёпарсты. Явились, не запылились. Хорошее начало, ничего не могу сказать. Так, гамбургер я вижу. О, левел ап. Левел ап это всегда хорошо, это мне нравится. Ну иди сюда. Так, погоди. А, блин, это бесполезно. Таким ударом бесполезно их бомбить. Я никак не могу найти стратегию к ним. Вот только бросайте себе оружие. Как вариант. Смотри на него, на его ружу. Выпендривается еще здесь, а? Так, погоди-ка, если я... А ну-ка еще раз. Слушай, а вот так вот можно, можно, в принципе, ногами его бомбашить. И довольно неплохо. Так, что у нас тут? Его звать Дорго. Помочь? Помочь ему надо. Этому Доргу нужно помочь. Слушай, он под влиянием какого-то своего маленького брата. Что такое? А, нифига, смотри, сзади кто у него. Он мутант, ё-моё. Ты не припухли. У него, короче, сзади какой-то урод сидит. Я так понимаю, это и есть его брат. Офигеть, чувак, псих. А он еще там сзади, по-моему, с ножами, чё там? Нифига. Ёпасты, хорош. Это у него гнев, что ли, такой? Так, погоди секунду, погоди секунду. Не надо, блин, свои тут. Давай бросим. Брутально. Но он псих, он действительно псих, друзья мои. Какой-то борец-мутант. Я даже не знаю, как... Ага, динамит. Бросаем. Тут еще один есть. Ножи, 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 кто-то бросает. А-а-а, все, я понял, это голодранец, который сзади. Так, опять истерику врубил. Уходим, уходим, уходим. Так, мне бы... Давай вот так вот сделаем. Смотри, мы его когда бьем, у нас выпадает нож и взрывчатка. А, и бочка. У него осталось совсем немножко здоровья. Ё-моё, так мы его сейчас разберем. Не хотелось бы, конечно, потратить
здоровье. Точнее, жизнь. Да чтоб тебя, блин, попал в какую-то фигню. Да, друзья мои, наконец-то подорвался на взрывчатке. Уровень пройден. А я его там, блин, сидел, спасал, бил по этой клетке. А это, оказывается, босс был. Фу. Так, у нас с тобой челленджи все провальные. Я не знаю, что там нужно делать, чтобы их выполнить. Может быть, определенное количество врагов арестовать. Ага. Stage 7. Миссия 7. Ну что, дорогие друзья, я думаю, пока на этом мы закончим. Обязательно увидимся в следующей серии и попробуем пройти эту игру. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.